Туркменская народная сказка «Добро и зло». У молодых супругов родился сын. Рос он тихим, ласковым. Когда ему исполнилось 7 лет, произошел такой случай. По соседству жил один человек, любивший хвастаться. «На свете нет умнее меня!» – часто повторял он. Как-то он рыл землю и наткнулся на сундук. «Наверное, золотой клад!» – обрадовался хвастун. И только он приподнял крышку, как из сундука выскочила змея и обвилась вокруг шеи этого хвастуна. «Змея, я же освободил тебя, сделал доброе дело!» А ты на добро отвечаешь злом, хочешь задушить меня. А меня всегда этому учили, ответила змея человеческим голосом. Долго спорили они, кто прав из них, кто виноват, но так ни к чему и не пришли. В это время мимо проходил верблюд. Скажи, верблюд, можно ли отвечать на добро злом? Можно. Все идущие со мной верблюды – мои сыновья и внуки. Я их вырастил и воспитал. А теперь, когда я стал стар и еле-еле волочу ноги, они хотят бросить меня одного в пустыне. Разве это доброе дело? Слышишь? Злорадно прошипела змея, плотнее обвивая шею хвостуна. Подожди душить, спросим еще у других. Пошли они дальше. На пути встретился большой высохший тутовник. Хвостун остановился и спросил. Эй, дерево, ты много прожила на свете и много повидала на своем веку. Скажи, можно ли отвечать злом на добро? Можно. Сочную мою листву ел шелкопряд. Мой хозяин на коконах и шелке разбогател. А теперь он хочет спилить меня на дрова. Разве так нужно оплачивать за добро? Слышишь? Подожди, змея, подожди. Еще у кого-нибудь спросим. Снова стал просить хвостун. Снова идут они. Попался им по дороге мальчик. Хвостун подошел к нему и спросил. Скажи, мальчик, можно ли отвечать на добро злом? Отец, не надо спрашивать о добре и зле. Лучше скажи, почему у тебя на шее змея. Я копал землю и вырыл сундук. Мне показалось, что в нем должен быть золотой клад. Открыл крышку, а оттуда выскочила змея и обвила мою шею. Теперь она не отпускает меня и хочет задушить за то, что я ее спас. Ба, ты, наверное, неправду говоришь. Разве может такая большая змея поместиться в сундуке? Это правда, мальчик. Она была в этом сундуке. Эй, змея, это правда, что ты такая большая могла поместиться в сундуке? Да, помещалась. Прошипела змея. Не может этого быть, упрямо сказал малыш. Не веришь? Смотри. Прошипела змея и, соскользнув с шеи старика и выпустив воздух, легла в сундук, оставив голову снаружи. Голова-то не помещается. Еще как помещается. Прошипела змея, пряча голову. Мальчик в то же мгновение захлопнул крышку и спросил у довольного хвостуна. Отец, ты сам прятал этот сундук туда, где ты его нашел? Нет. Если не прятал, то надо помнить пословицу. Не бери того, чего сам не положил. Хвостун удивился рассудительности мальчика и от всей души благодарил его за свое спасение. Сундук он закопал на том месте, где нашел, и больше никогда в жизни не хвастался. Конец.